Вышли опять погулять, утречко. Ой, щелкают так сороки. Чук-чук-чук-чук-чук, сороки щелкают. Что-то такое было построено, я уже показывала. Какой-то пьедестал непонятный. Все разрушилось. Пойдем. Прогуляемся. Надо, Грета, чтобы выгулилась. Потеряла. Вчера я ее потеряла. Как убежала, пришлось не ворачиваться. А она меня с другой стороны, видать, бежит, задохлась аж. Параллельно дорогой бежала, потеряла меня тоже. О, собаки уже завозмущались. Там собаки уже завозмущались. Ой, сколько их тут. Грета. Тишина. Если бы не собаки, вообще тишина была бы. Зимой все время ее снимала. Она одна зеленая стояла. Сосна это или кедр? Знает. Ну, кедр же у нас вроде здесь нету. В тайге, может быть, есть. Ой, лают. Целая псарня. Вот шиповник. Почему-то портится шиповник. И черные листья делаются. Вот куст. И вот куст. Ой, довольная. Хоть побегает. Летом-то жарище было, не особо побегаешь. Она еле плелась всегда, не бегала в жару. А здесь, конечно, тенек. Ладно. Смотришь, в какую сторону пойти. Куда пойти? Пойдем, Грета, куда-нибудь да все равно пойдем. Я вчера по этой тропинке домой шла, спускалась. А она, видно, меня потеряла. И вон по той тропинке хотела. Я аж вернулась на самую исходную позицию, где мы были. Смотри, она вылетает. Бежит. Уже 2 километра на нас носилась. Она думала, я так пошла. Где-то из виду меня потеряла. А я думаю, господи, можем куда-нибудь в яму нырнула нечаянно. Ну, собаки-то не чувствуют. А вот чувствует, а Наташа где-то вот в этом вот районе, вот там собаку вытаскивала, мужиков звала. Шла, говорит, здесь собака скулит. Она зимой. Она заглянула, она сидит в яме. Так что, наверное, всяко может быть. Ну, поэтому переживала, вернулась. Потеряли. Разошлись мы с ней. Идем по тропиночке по этой, где и вчера были. Осень наступает. И деревья уже. Зелень маленечко притухает. Да иду. Беги, иду. Иду. Потерять боится. И все, желтые листики начинают. Колоски тоже эти уже. Это были такие пышненькие сейчас. Кто-то скребет там. Пойдем.
утро сегодня. Алиса маленько нам песни попела. Я зарядку сделала под эту песенку. Поплясала маленько, подвигалась. Даша ушла на работу, я пошла. Прогуляюсь. Хоть ей пока теперь рано не выводить ее, все больше время на себя уйдет. Сегодня ночью тут хоть не кашляла. Слава Богу. Даже Бог, может, немножечко получше будет. Ну, елки-палки. Приехала с морей, где-то там простыла под кондиционером. Где-то дунула. Да, кондиционер это такое дело. Я, например, дома включаю, охлаждаю комнату, когда на кухне там что-то делаю. Прихожу и включаю, комната прохладненькая. И у меня кондиционер стоит от кровати далеко. 6 метров. Аккуратнее, конечно, надо. Ну вот, когда в гостинице, там не выберешь, где тебе как. Чуть немножко постояла и все. Где хорошо, дома лучше. Дома все сделано под тебя, как тебе надо. А в гостях или на отдыхе там сделано просто для всех. Для всех. Для всех, всех. Всем не угодишь. А вчера снимала видео. Разговор зашел о женитьбе, о замужестве. Женщина написала. Ну, у меня так комментарии все на месте. Можете почитать. Говорит, а и мне не по судьбе достался муж. Сколько она говорит? Больше 10 лет боролась с его алкоголизмом. Сейчас, говорит, мне 37 лет. Я убила столько лет на него. Сейчас разошлась. Ну, нельзя, конечно, мне сейчас говорить, ай-яй-яй, что ты думала, да не исправишь, да это глупости, что можно исправить. Но вы знаете, советовать всегда легко. А мы все разные. А тем более после 20 лет, ну, 21-22, там, если человек сошелся, еще не узнаешь человека. Редко тут такие мудрые, молодые, что они могут проверить, пьющий, не пьющий там. Обычно в гулянках же как молодые. Ну, выпил, выпил. Ну, и девушка там пригубила, выпила, и все нормально. Все же выпивают, все гуляют. Как ты его определишь? Все выпивают, все нормально. Тем более, когда дружат, они же, да что мы, что мужчины, они же все с лучшей стороны показывают. Вот заметьте, хоть кто вот по-честному вспомните. Если идешь на свидание или там в какой-то компании, ты же себя ведешь... стараешься вести, не как вот ты дома можешь себе позволить там, ну, если упрощенно сказать, кашлянуть, там, слово какое-то сказать, или там в распахнутой там майке, рубашке ходить. Нет же. Мы же уже, когда в обществе, да еще если при молодых, там, юноши или девушки, мы себя ведем прям как паиньки. Такие прям раз такие. Как ты распознаешь? Никак. Ну, желательно, конечно, в семье все это видно. Если у парня предрасположенность к алкоголизму, то у родителей, скорее всего, у отца такие же проблемы. Скорее всего. Ну, мы молодые, не думаем же об этом. Они в любви объясняются и думаешь, ну уж ради меня-то он на все пойдет.
что я скажу, то и будет. А нет. Они когда возьмут жены, они считают, все, закончилась игра. Началась настоящая жизнь, какая и была. Ну, вот такое впечатление почему-то. Если женились, то надо как-то раскрепоститься. Ну, что жена вроде все простит, а невеста может бросить. Вот как-то так. Ну, это вспомните все себя. Это так оно и есть. Ну, вот этой вот девушке 37 лет, еще не все потеряно, как говорится. Ну, вовремя развязалась, хоть и до пенсии. Есть многие, вот пишут, и до 50, и до 60 мучаются. Все думают, исправят алкоголика. Это, конечно, зависимость. Алкоголизм, наркомания, это, дай бог никому. Дай бог. И советы, как вот, говорит, советы даете? Ну, как тут можно совет дать? Ну, как? Каждый смотрит. Я вот себя по молодости вспомню. Ну, если честно. Ну, вот сейчас я, конечно, рассуждаю. Вот так надо было, вот так надо было. А я помню, молодая я, мне казалось, а мне все по плечу. Что я захочу, то и сделаю. Как я поверну, так и будет. Ну, вот жизнь по-всякому обстоятельства создает. Около мамы мы герои. А когда одна в чужом городе, там, в населенном пункте, то все по-другому, совсем по-другому. Жизнь, она, была бы она простая, была бы неинтересна. Но самое главное, что хоть не до конца жизни мучаетесь. Вот кто развязывается, хотя бы пусть через 10-15 лет. Ну, хоть так. Конечно, лучше одной быть, чем с алкоголиком. Дураку понятно. Ну, кто, ну что значит люблю, люблю? Ну, вот я этой женщине написала. Вы вспомните, как вы... Почему за него вышли замуж-то? Если вот сейчас бросил человек мужа алкоголика, значит, я так считаю, что не по большой любви у них случилась свадьба. Потому что, ну, я просто из книг, из жизни, я сколько знаю, что мучается женщина, говорит, я его люблю. Для меня это, конечно, нонсенс. Ну, как это? Человек пьющий имеет такие наклонности и поведение. Ведь в пьяном виде это ж смотреть отвращение, сразу к человеку неуважение. Все, авторитета нет у этого человека, которого увидишь в безобразном пьяном виде. Вот у меня так. Если я увижу человека в безобразном виде, пьяном, все, для меня он как-то уже... Пусть он хоть чего потом, все. Это не потому, что я так решила, а вот так вот щелкает в голове. Все. Ну, представьте увидеть. А потом смотришь, он уже оделся, обулся при параде. А у меня все равно в глазах стоит тот человек, какого я его видела. Как может любить такого человека, я не знаю. Но есть, значит, люди такие, девочки. Ну, я не верю в это, я не верю. Вот говорят люди, я сейчас вот пересказываю, что любовь, я не верю. Я только думаю, что женщина не уверена в себе. Ей страшно одной. Как я одна? Ну что одна? Знаете, жила за счет мужа, наверное. Наверное, так. Одна. Учиться надо. Работать. Стремление какое-то. Дружить, общаться, знать себе цену. Ну, это же жизнь, наша не заключается только в мужчине. Тем более можно друзей иметь, чем вот мужа такого пьяницы, просто друзей.
На работе же общение. Ну, это не... Нет. Знаете, все это можно говорить. Ну, у кого как. Ну, конечно, разошлась вовремя. 37 это еще... Можно даже где-то... Сейчас рожают и в 40. У меня сестра в 42-ю Таню родила. О, да, Таню в 40. А 78-й, 48-й. В 30 Нина родила Васю, а в 40 Таню. Ничего страшного. А сейчас тем более. Это когда было? А сейчас тем более. Даже не в этом дело. Даже вообще унизительно, когда твой муж алкоголик. Это унизительно. Для тебя, для человека. Ну, очень много сейчас подвержены мужчины это. А вообще, вот мне даже вот молодые говорят, сейчас не очень, это я вот говорю, сказала и сама подумала. А сейчас не очень парни так, чтобы вот прямо пили, пили, пили. Вот как, вот знаете, вот в какие годы сказать? 70-е, 80-е, 90-е сильно мужчины пили. Почти в каждой семье такие были. А сейчас вот молодые пары, они... коттеджи строят, машины берут и жене, и себе, и слетать туда, на море, там куда-то отдохнуть за границу. Как-то нет, вот, стремитесь, стремление хорошее у многих, большей части. Наверное, запились уже. Да, сейчас вот это я что-то сказала, что да, но подвешенных много, как лают ужасно. Страшно. Кто-то сцепились там они. Вот наше место. Гора вот эта вот. Вот эта лиственница. Там хорошо, тихо, тихо. Тихо. Неохота смотреть на эти пустые глазницы. Советы всегда легко давать, всегда говорю. Мы тоже жизнь прожили, все было. И тоже иногда, если кто-то говорил, советы давал, всегда думаешь, ой, у меня не так. У меня не так. Советы. Просто, мне кажется, если человек... закомплексован, если он себя не любит. Ну как не любит? Я считаю, не любит. Если позволяет, чтобы мужчина приневел себя некрасиво, безобразно, а женщина это видит и терпит, значит, женщины себя не любят. В общем, это жизнь, короче. Никого не научишь, сами жили. Всяко было. Кого учить? Даже вот историки или там... О, моя скамеечка. Или там психологи. Казалось бы, психолог. Он должен... все знает. И... ну, жить как-то правильно, как в учебниках сказано. Однако нет. И у них проблемы. А я про врачей всегда думаю, надо же. Вот врачи лечат, да, советуют не курить, там зарядку делать, диету там какую-то или там умеренное питание. А посмотришь, они все полные, ну не все,
Многие полные курят, многие с отекшими лицами, пьющие. Любители выпить, то есть. Так интересно, думаешь, ну как же вы советуете, если вы сами-то подвержены всему этому. Присела маленько, шла. Да. Как родители жили, так потом дети живут, так оно есть. Это точно. А чё замуж? Замуж, замуж. Можно и без замужества, как говорится, прожить. Вот наше время, 70-е, там, начало 80-х, да и раньше еще, 60-е, 50-е, вот и наши мамы, и мы, еще такое бытовало, что если девушка не вышла замуж, допустим, 21, 22. Вот моя мама вышла в 22. И уже, говорит, меня, говорит, пугали, что я старая дева. А старые девы у них, ну, в поговорке давнешней, древней был, старая дева моет покойников. И говорит, тебе уже пора покойников мыть, старой деве. Вот 22 она вышла, и уже считалась на старая дева. Вот. И в нашу вот мою юность тоже. Все девчонки старались почему-то вот такое стремление выйти замуж. Ну да, все замужем вокруг, а ты будешь ходить ау, да? Ау. А сейчас по-другому, смотрите, сейчас этого нет. Сейчас все не женатые, все не замужние. В каких-то браках таких незарегистрированных. У всех занятия, все такие деловые. Сейчас не замужем не считается старая дева или там как-то некрасиво, что никому не нужна, что ли. Сейчас такого нет. Но если кому-то неуютно так жить, то, конечно, они ищут пару. Но вот я, когда профессоршу эту слушала, я в третий раз о ней говорю, на интервью «Эмпатия Манучи», она рассказывала. И она вывод такой сделала. Она про мышей рассказывала, ну а мы же как мыши. На них же все опыты делают и применяют к людям. Она сказала, кто хочет найти пару, он ее найдет. А кто долго не может найти пару, значит, он просто не хочет. Но это не значит, что люди говорят, нет, я хочу. Нет. В голове это не хочется. Это голова, это не хочет. Разум хочет, как вроде, что надо бы, а голова не готова. Мозг не готов. Пару всегда человек, если хочет, он найдет. Так она сказала. Так вот, когда с мышами была у них там, был эксперимент. Это американский эксперимент, она изучает все это. Вот там с мышами такая же песня была. Их запустили, они быстро пары там все понаходили. А кто не нашел, так и ходил, так и бродил по этому территории, где их заселили. Специально сделали все для них. И рассказывала как-то там. И правда, если применить к людям, это да, да. Кто хочет, все равно найдет. Все равно. Он мозг как-то подскажет. Выберите себе партнера. Не просто перебирать женихов, а это так совпадет, что посмотрит на мужчины, и у нее в мозгу сработает. Это мое. Вот так она вот как-то около этого что-то. И действительно, пока не щелкнет в голове, что это твой человек, ты, наверное, и не выйдешь замуж. Особенно, когда девушки живут с мамами, с папами. Тоже вот
Мне кажется, это все сложно. Они считают, наверное, себя еще маленькими, что ли, я не знаю как. Ну, квартиры тоже. Не каждый себе может позволить, но можно, можно, при желании можно. Я вот замечаю, в роликах часто видят, мы пошли в кафе, пошли по городу, мы пошли в кафе, в то, в другое. Ну, может, я по старинке или как. Но ведь это деньги, девочки, это же деньги. А как вы хотите там машину купить, квартиру, чтобы в кафе сидеть, по несколько тысяч оставлять? Это же кафе не 100 рублей и не 500. Все же дорогое. Вот Наташа рассказывает, сейчас я вот, она была в Крыму. Там такой суп с фрикадельками, только собаки вылить и есть не будет. 360 рублей. Половничек небольшой, там тарелочка маленькая, супчик приставьте. Надо 3 раза в день. Кроме того, это я только супчик привела. А если, как любят кофе люди, кофе очень дорогое. Там маленькая чашечка, может быть, 1000. Может, не знаю, я даже не знаю, я предполагаю. Я знаю, что при СССР в Москве, наверное, в аэропорту маленькая чашечка кофе стоила 200 рублей. Вот представьте. В то время человек получал 140, 150, вот 180. Ну, вот бухгалтера сидели. И вот Галя там одна съездила, и она так сказала, мы сидим. Ну вот. Не сейчас применимо к этому, я рассуждаю. И вот смотрю, и вольготно так. Ну, пошли чашечку. А что там облизывать эти чужие чашки? Какие там пирожные, кто их руками трогал? Ну, я всегда это говорю, наверное, мне уже... Ну, я ни за что не буду это есть. Но если я возьму на что-то с печки, чтобы вот, ну, жареная картошка, к примеру, ее пожарили, ну, к примеру, чтобы она была с пылу, с жару, никто руками не тронул. Помните, анекдот был? Сидят в ресторане, пальцы гнут, молодая пара, им приносят кофе. Но жених этот хотел так себя показать, и говорит, я вас просил кофе с пенкой. Официант забирает кружечки, поворачивается, пошел на кухню, плюнул, и пенка появилась в кофе, и приносит. Он говорит, вот спасибо. Хочете пенку, плюнуть чашку, и все. Ну, это, знаете как, ну, утрировано все, понятное дело. Ну, вы понимаете, сейчас частники, если она уронит нечаянно котлетку или там кусочек мяса, ну, не будет она выкидывать это, ну, например, не официантка, пусть повар. Не будет. Он потихонечку поднимет, обдует и положит в тарелку. Ну, это точно. Там такие блюда дорогие. Не-не, я в ресторан даже не думаю, тем более сейчас. А люди ходят, говорят, квартиры нет, машины нет, там достатка нет. Ну вот я по роликам смотрю, и идут то с мамой, то с папой, то с подругой, сидят какие-то это... Ой, я не знаю, даже пусть не из-за денег, но вообще... Сейчас дома можно, все грамотные, все вот в Ютубе все есть. Да свари ты себе, да поставь ты в духовку. Это ж минутное дело. И я вижу, что они это делают дома. Если бы я поняла, что у них кухни нет, что они там такие. Уж такие, что ничего дома не делают. Чистая кухня такая новенькая стоит. И они... Это да, еще куда-то. А я же вижу, что и завтраки готовят, и пекут пирожные там какие-то, и все, и кофе также варят. Нет, надо пройти, но вот это вот пафос, вот, что ли, вот, я не знаю. Ну, в кафе тоже не познакомишься, но вообще-то случаи всякие бывают. Ну, знакомиться не с мамой же ходить, или с папой. Ну да, некоторые думают, пойдут, там с кем-то познакомятся, может, еще поэтому с подругой ходят. Я всегда говорю, это судьба. Ты хоть избегайся. Если тебе не написано, ты не найдешь. Хоть по всем кафе пройди,
Полмиллиона отнеси за год. Но ты не познакомишься, потому что не написано на роду. Я заметила, вот рано выходят замуж очень добрые девчонки. Их легче, как говорится, заманить, их легче как-то сказать, на жалость давить там, ну или там, ну вот они как-то добренькие, они быстро выходят. А такие вот шустренькие и, как сказать, чего-то большего хотящие, этот не нравится, так не нравится, этого не хочу, этого не хочу. Это эгоистичные люди, хотя они сами себя так не считают, но это так. Ну, видимо, все мы разные. И по судьбе всем своем. А если хотите обмануть судьбу, и надо замуж, и кто-то подвернулся под руку, ты скорее идешь замуж, то, конечно, ты не доживешь с ним до пенсии или даже до гробовой доски. Нет. Да, это не по судьбе, значит. Таких примеров куча, куча. Сейчас старушки, вот смотрю, ну я 60+ и 70 считаю старушки. Простите уже меня, может кто-то себя считает и девочкой. Но это тоже не возбраняется. Я разрешаю, я разрешаю. Нет, ну в возрасте женщина, ну как, кому мы нужны? Ну я уже, ладно, старше. Ну 65, 64, 62 не нужны никому, они только в няньке. Если нормальный мужчина, он живет с женой, а которая вдовил его быстренько, или соседка, или родственники с кем-то сведут. Это закономерно, вы оглянитесь, так оно и есть. Вот у кого знакомый есть, оглянитесь. А женщина, разведенная с мужем с молоду, допустим, значит, она не смогла ужиться, значит, у нее неуживчивый характер. Тут не в любви дело, что не люблю там или изменил. Это уже такой человек. Не смог жить и все так парой. А в 60 лет уже не найдешь. Если найдешь, только ухаживать за кем-нибудь. Стирать, мыть, одевать его, выгуливать. И еще и, понимаете, наш возраст еще хочет, чтобы мужчина был подтянут в кроссовочках, мускулы, все такое. Ну, так же не будет, но откуда? У них все пивные животы, даже у молодых. Да, пиво они любят. О, пришла опять вздыхать. Надо не советы слушать, надо слушать свое сердце. Честно, честно. Не ради чего ты вышла замуж, чтобы была квартира у мужчины, что он смотрелся как картинка, что протекция какая-то от него идет, выгода или там что. Если по этим параметрам, то очень редко люди будут доживать свой век вместе. Скорее всего, да, так. Слушайте сердце. Честно себе сознавайтесь, почему вы за него идете замуж. Если идете по каким-то своим размышлениям, своей выгоды, явно навряд ли доживете вместе всю жизнь. Навряд ли. А мужчины же чувствуют, когда их не любят. Они очень это чувствуют. И жизни не будет. Вот это вот подать, поесть и убраться, и чисто в доме, это не то. Мужчинам это не надо. Им надо, чтобы тепло шло. Ну, если, конечно, он в памяти, если он не пьющий. Но есть такие мужчины флегматики. Им лишь бы в доме хорошо было, тепло, он спит, на работу ходит, детей делает и живет. Есть и такие, вы же все разные, нельзя под одно ничего сказать, ничего придумать, сказать ничего нельзя.
Советы слушать не надо. Надо думать о своем здоровье, своем благополучии. Мозг включать надо. И честность. Самое главное, с собой честной быть. Очень многие, многие в наше время, сейчас-то не знаю, женщины обычно, девочки не это. Все почти самостоятельные, все себя содержат. Поэтому они не выходят замуж. А многие вот задержаться, допустим, в этом городе, или там квартиру дают кому-то, надо за него выйти, квартира будет. Ну, так же было, было. Кто как. Кажется, что ну, не тошнит от человека, и ладно. А нам нет, не получится. Редко, когда получается. У меня вот кто на мне? Деверя жена. Такая умная женщина, молодец. Она так полюбила вот своего мужа, сама его выучила. Ну, стимул дала, чтобы он выучился. Сама его привела в свой дом к маме. Все на ее плечах было. Все, она так его любила. Я так считаю, что она его любила, раз ради этого. И он, не сказать, что был такой вот прям покладистый, и все. Думаю, что даже и поглядывал на сторону. Я так думаю, я не знаю, она не говорила. Но я думаю, да, он такой красивый мужчина, красивый. Вот. Ну, прожили, вот понимаете, с ее силой воли, с ее такого отношения, что вот, ну, вот она его любила, я так считаю. Я так считаю. Он с армии пришел, она сама приехала в дом к его родителям, но они до этого же дружили. Вот. И она узнала, когда он с армии придет, и она подъезжает, чтобы, понимаете, нигде он не закрутился тут. Красивый парень. И вот так вот она сама сделала свою жизнь. И терпела, что-то как-то обходила углы. Мудрая очень. Вот молодая, очень мудрая была. Была она и сейчас есть. И вот они живут благодаря ее вот силе воли, ее любви. Односторонней, я так поняла. Прожили. Ну, я так думаю, если она это ну, вот так хотела сесть, значит, ей это хорошо. Она не мучилась. Она просто поддерживала свою любовь. Я так считаю. Близко не разговаривали, я со стороны наблюдала. Вот. Ну, немножечко знаю, что вроде как он не всегда был предан. Но все-таки она как-то же это вот или остановила, или как. Но все это загладилось, все загладилось. Двое детей. Хорошо, сейчас вот на пенсии обои, хоть и работают. Дом сохранили, все вместе. Дочь рядом живет, замуж вышла. Ну, все хорошо. Правда, сын у них погиб. В аварии автомобильной. Но они усыновили еще ребенка, мальчика. Уже вырастили его, уже он тоже поступил в институт. Так живут, и она считает, что она счастливая. Да, я думаю, да, она счастливая. Он же ей для души, он ей нравился, очень нравился. Она его сделала сама, сама выучила, сама привела домой к матери. Потом они там маленький домик сняли. В маленьком домике жили, она потом рассказывает, я-то не была у них. И потом постепенно квартиру они там сначала в наследство от мамы получили. Потом они, ну вот постепенно, умная очень женщина, просто умная. Так что каждая она делает. Наверное, по судьбе он ей был дан. Но она не пустила свою судьбу. Она не ждала, когда он к ней приедет. С армии она сама приехала, понимаете? Я бы вот никогда, вот видите, вот эта вот гордость, это грех. Я бы никогда не поехала. Как бы я не любила, я бы в жизнь не поехала. Она вот поехала. Она считала, что они уже... Ну, он же немножечко там
До армии у них жил. Хоть учился там, но у них немножко в гости приходил, видимо. Она его не оставляла без внимания вообще. Ну, а он, видите, как, ему хорошо и ладно. Он неплохой человек так. Ладно, хватит, елки. Ай, я не могу. Пока-пока, будьте счастливы, думайте своей головой. И самое главное, никому зла не делать, и вам будет все хорошо. И хитрость, она всегда потом вылазит боком нам же, девочкам. Пока-пока.